Всем привет! Сегодня наладилась погода наконец-то, и мы решили выбраться за Киев. Будем ехать в село Жукино, это 60 километров от Киева. Но единственное, что немножко настораживает, это сильный ветер. Но, надеюсь, он не испортит нам путешествие. Йоу, Плов, поехали! Сейчас поедем за Денисом. И куча пацанов, которые в палатках нас уже ждут. Пацаны уже в палатках, готовы. И мы к ним сейчас приедем и будем все вместе. Только что ехали с военной колонной. Сначала с горки вниз под 50, потом по прямой около 30-ки. Ну, пиздит они, капец, капитально. Еле ушли. Я думаю, что сейчас хот-доги наше настроение исправят. Дэн, как тебе первый раз с багажником? Кайф. Смотрите, бывший фиксер. Какой у него офигенный велосипед. Можете пойти? А ты кто такой? Давай до свидания. Согласен. Вова, мы успеваем? Смотря к чему. Вова. Мы успеваем? Дэн. Мы успеваем? Мне похуй. Мне тоже. Позоришь? Конечно. Вова, добрая душа, помог ребятам с насосом. Теперь они качают. Вот, усердно как. Тем временем Вова показывает мастер-класс по накачке топиковским насосом. Дэн, а ты умеешь качать? Бицепс насосом. Знаешь, есть такая мудрая очень фраза. Какая? Иван Дорн не качает бицепсы. Иван Дорн качает танцпол. Хотяновку, мой самый нелюбимый участок пути, потому что это какой-то самый бешеный интенсивный трафик. А после, я надеюсь, будет шикарная дорога без машин и без людей, как было в прошлом году. Идем. Стабильно идем по прямой, 27 против ветра, за Денчиком прячусь, нормально в потоке, а там горка. Что ты делаешь? Подожди, куда ехать? В смысле? Смотрите, без передач. Большой звезда. Вова, как тебе так едется? Да отлично, только вы очень медленно едете. В смысле? Карамисли. В смысле? Мы нормально едем. Сколько вы едете? 22. Ничего себе! Ну что, подъезжаем к съезду. Я не знаю, меня видно или нет. Ну вот, Жукин, все. Вова, сюда! Да! Где-то тут съезд вон. И мы поворачиваем. Я тоже мужчина.
moving on and getting over, and not the friends that you used to be. Просто насмотрелся, как Витя занимается шаолинем, и все. А, на завтрак у нас супер рыба. Моментальная овсянушка. Моментальная что? Овсянушка. Писный продукт. На самом деле мы приехали вон на той машине, а велосипед это прикрытие. Велосипеды были слабые. Дэн, что у тебя на завтрак? Кашка с козьими какашками. В смысле? Это как понимать? А чего у тебя такая большая, а мне такая маленькая? О, вставай. На работу пора. Вова, ты можешь меня побрить? А то у меня бритва сломалась. Там же топор есть у дроида. Либо блогеры, либо игроки. Подошло к концу. Я надеюсь, вам понравился видосик, поэтому ставьте лайки, дергайте свои колокольчики и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!